Всем привет, с вами Лавкорка, и сегодня у нас анбоксинг новинки для DAF 1947. Тяжелый шагатель оси Кёнигс Вотан, который также может быть собран как Кёнигс Лотар. Давайте же посмотрим, что это у нас такое. Что же внутри? Рассмотрим обе версии данного набора. Так, карточки и множество, реально много деталей. Так, внутри нас ждет большое количество деталей, прямо их много, рассмотрим их попозже, и, собственно, карточки подразделений. Каждая из версий данного шагателя может быть взята как в блоковую армию, так и в Blutkreuz. Конкретно Кёнигс Лотар — это не новинка, а миниатюра, которая уже была, потому что база здесь одна и та же. Это вот такой тяжелая минометная техника. Вот, бьет по площади, дистанция хорошая и отличные параметры брони, жизни. В общем, очень хорошая штука, чтобы накрывать большие пятна пехоты. И не только. Вот, и, собственно, новинка — это Кёнигс Вотан. Это на данный момент самый дорогой шагатель оси. Вот, и также самый, можно сказать, злой по вооружению, потому что у него стоят огромные лазеры, их целых 4. И жгут они тоже не слабо, что видно по его параметрам. У него 7-я броня, 10 жизней. Это очень-очень здорово. Если он будет туда стоять в укрытии и получать еще спас-бросок за это, будет просто замечательно. И, как и все лазеры, он просто замечательно работает по технике. От легкой до тяжелой. То есть он все сжигает безумно, безумно крутой. И у него, конечно, есть пулеметы, которые работают по пехоте. А их, замечу, здесь немало. Тут у нас аж 19 кубиков по первой броне, то есть он может огрызаться от пехоты тоже совсем неплохо. Вот. И по деталям. У нас их очень много, часть из них находится на липничках, часть в виде отдельных деталей. Вот, собирать по инструкции, потому что без инструкции это будет непросто. Инструкции обычно, как правило, можно найти на сайте Paolo Parente Dust, на официальном, скачать PDF. Вот, у нас отдельно идет пакетик с реактивным вооружением. Вот. Тут у нас же идет. Что у нас тут? Корпус. Ножки его. И лазеры. Огромные, замечу. Лазеры. Прямо очень впечатляющие. Ну, рассмотрим мы эту миниатюру в деталях в следующем наборе, который у нас уже будет собранным. Так, теперь этот же парень, но уже в собранном виде. За исключением множества пулеметов, которые находятся в отдельном пакетике. Не будем их дербанить. Ну, их прямо немало. Осветительные приборы. В общем, много чего интересного. Так, это у нас вариант Кёнигс Вотан. Прямо очень большая миниатюра, здоровая. Тут просто пластик, не грунтованный. Ну, есть декаль, но она так, времяночка, пока вы не начнете покрас, может украсить вашу миньку, может, в каких-то первых сражениях. Вот, детали тут прямо очень много интересных. Множество лючков, фильтров. Так, снимем вооружение. Так он выглядит без него. Огромный блок у него сзади. В общем, в масштабе игры он прямо огромен. И есть, конечно же, вот такой вариант вооружения. Реактивные минометы. Тут он выглядит вот следующим образом. В общем, всем, кто играет за ось, рекомендуется, потому что обе версии выполняют свои задачи максимально хорошо. Вот единственное, конечно, он боится какого-то большого количества пехоты, которое его может облепить, поэтому всегда надо его защищать своей пехотой тоже. Под прикрытием он будет очень хорош. Рекомендуется всем осеводам. С вами была Лавкорка с анбоксингом замечательного сверхтяжелого шагателя оси Кёнигс Вотана. А вы не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на наш канал и оставлять комментарии под этим видео. До новых встреч!